Здравствуйте, уважаемые угличане! Сегодня мы в этот ноябрьский день, в эту слегка заснеженную погоду, когда выпал уже первый снег, в лесу он сейчас лежит уже, как вы замечаете, покажем растение, которое тоже уходит в зиму зеленым, как и папоротники, которые мы раньше вам демонстрировали. Вот он перед нами, в частности, внизу. Летом, когда посмотришь, красота. Даже вот сейчас, когда снегом припорошено все прикрыто, и то очень интересная картинка получается. Вот это так называемый плаун годичный. Мы уже с вами плауны видели. Первый плаун, который я вам показал, это был плаун баранец. Потом, как-то мы снимали на песчаных этих откосах в сторону Волги, там в районе Игорева ручья, плаун булавовидный. А этот плаун третий у нас по счету, которым я хочу вам показать. Плаун годичный. И вот плауны, их всего-то на Земле где-то около 400 видов на земном шаре. Они везде, в тропиках есть, по всем лесам. Вот. А так-то в Ярославской области 5 видов плаунов. Плауны относятся к отделу плаунообразных. Есть еще хвощеобразные, есть папоротникообразные, есть голосеменные или соснообразные, так? Вот. И, наконец, есть цветковые или магнолиообразные. Вот это крупные такие отделы растительного мира. Когда-то еще где-то около 500 миллионов лет назад, ну 550, на земном шаре, где по берегам морей, по топким болотистым, росли первые представители плаунообразных. Потом они достигли расцвета в Девоне, Карбоне, 300 где-то миллионов лет назад. Огромные такие деревья росли. Вот, сигиллярии и лепидодендроны. Вот сигиллярии 1,15 м, а лепидодендроны даже достигали до 40 метров высотой. Такие колоннообразные стволы, голые, как у наших пальм современных, вверх тянутся. Все узорчатые от следов опавших листьев. И такая получается красивое такое, можно сказать, дерево. Вот сверху такая шапка, как у пальмы, листьев со спорангиями. А у другого, у сигиллярии вообще какими-то такими пучками конусообразными, яйцеобразными, завернуты наверх. Вот такая интересная картина получается. Это их давние, древние представители. Потом постепенно в триасовом периоде начали вымирать эти огромные деревья, плаунообразные, сигиллярии и лепидодендроны. Падали они, отмирали в болото, падали в болото эти тропические, там, потом что-то заносилась порода и горный песком, там, глиной, образовывались залежи каменных углей. Вот из этих вот огромных деревьев, плаунообразных, древних. И до нашего времени остались, дошли вот такие вот маленькие представители, которые перед вами. Цикл его развития от споры до споры. 40 лет, примерно 40-45. Главный орган размножения, можно сказать, репродуктивный, что ли, споровый. Вот эти споры падают на землю, споры, которые образуются в этом колоске, падают на землю, ветром называется, и подальше разлетаются, попадают там в почву разные углубления, мало там ловушек всевозможных, так, почва есть почва. Вот, в трещины в пнях, в бревнах, в трещины ветром разносятся. И там начинают постепенно развиваться. Ну как постепенно? Не сразу, это не семечко, которое прорастает обычно на следующий год. А вот спора плавуна где-то через 5-6, даже через 7 лет может прорасти, примерно в среднем через 5 лет. Вот только через 5 лет эта спора прорастает, дает она заросток в виде клубочка маленького. Этот заросток долго-долго тоже развивается. В этом заростке должен быть обязательно гриб, наподобие плесени. Вот. Без гриба растение полностью не разовьется, и плаун, новое поколение плауна не получится. То есть этот гриб сопутствует этому растению всю его жизнь. Получается интересный симбиоз, без которого два различного рода организма не могут жить. Итак, заросток развивается, и где-то спустя 15 лет, то есть через 20 лет после прорастания споры, из этого самого заростка получается зародыш настоящего растения, вот этого плауна годичного. Вот. И опять же этот зародыш начинает медленно развиваться, уже маленькая-маленькая растенница уже крохотная, развиваться, и только еще через 20 лет образуется, в конце концов, вот такое вот растение, которое плетется по земле и дает колоски с новыми спорами. Вот какой цикл. 20-40 лет получается. Теперь почему годичный? Вот начинает плеть расти, а за лето может от полуметра до метра нарастить плеть. Довольно-таки быстро плетется за одно лето. Так вот, плетется он так, маленькие веточки постепенно по мере роста этого горизонтального стебля
плети удлинение все больше и больше становится, и где-то вот где-то к концу примерно лета так появляются вертикальные стебельки с колосками спорангиями, спороносными. То есть в одно лето. То есть, поэтому назвал ботаник Карл Линней, когда систематизировал все растения, он и назвал его Ликоподиум аннуатум, годичный. В один год образуется спороносный колосок. Немножечко о медицинских свойствах. Аннуатин содержит. Вот. И это вещество очень лекарственное. Дают хороший эффект лечебный. В частности, этими веточками полуна, высушенными, так, изрубленными, можно лечить ревматизм, то же самое. Часто у нас фигурирует ревматизм, потом заболевание почек и заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с коликами. Это колики появляются, вот как раз в этот момент можно это таким вот полуном лечиться. То есть рубится, сушится, эти кусочки берутся, 50 грамм по весу берется, на 2 стакана кипяченой воды, 2 стакана, засыпается, настаивается на уже кипяченой, крутой, то есть горячей. Вот, охлаждается, и потом в течение дня вот эти 2 стакана за 4-5 приемов выпивается. Собственно, на этом я этот рассказ и хочу закончить. Скоро снегу здесь будет уже до полуметра. Все это закроется, вся эта привязь. Сейчас пока он виден, полончик, можно еще по лесу походить, погулять, найти, посмотреть. А где-то с установлением постоянного снежного покрова вся эта картинка исчезнет. И до весны. Весной снова появится он в таком своем прекрасном зеленом виде.